Thank you.
Так сегодня пятый день Шри Бхагават Саптахи. Каждый должен одеть маску. Если у кого-то нет, то, пожалуйста, попросите, мы вам дадим маску. Сегодня пятый день Бхагават Саптахи. Вчера мы отмечали день рождения Господа Кришны, в святых писаниях упоминается. Восьмой день Браджендра Нандана Шамасундар явился на эту землю. И еще раз 15 дней позже Шутла Асхами Титхи в понедельник Шри Кришна Хладини Шакти Шримати Радхарани явилась в этот мир. И после явления Шри Кришны вначале он убил Путану. Когда Камса узнал об этом, он сказал, чтобы Кришну убили в течение 10 дней. И так по всем четырем направлениям было опубликовано, что чтобы какой бы то ни был демон, он должен попытаться убить Кришну, но кому это не удавалось. Таким образом, Путана явилась во врач, и она изменила свою форму, она предстала в очень красивой сивом теле, и мама Ешода даже не могла догадаться, что она демоница. Вот Путана пришла, и мама Ешода поприветствовала ее и сказала: «У меня такой красивый Шри Кришна». Такой красивый, и вы такая красивая. Вы вообще могли бы спокойно стать матерью Кришны, вы такие красивые. Вот. И тогда Путана сказала: «О, положи, пожалуйста, его на землю». И вот Путана, она положила Кришну на свои коленки. И начала кормить его своим молоком.
из Грузии, которая была отравлена, но Кришна, он высосал всю жизнь, жизненные силы испутанные. В то время Нандана Махарадж поехал в Матхуру, чтобы заплатить налоги. И когда приехал, он увидел огромную гору, которая стала посреди дороги. И он понял, что это Путана пришла во врач. И после того, как Кришна убил ее, то все в Раджавасе, они ее разбросали по разным направлениям, в конце концов, сожгли. Говорится, что демонов нужно сжигать после их смерти. Потому что если их оставить, то они могут переродиться снова. Но после сожжения Путаны был такой приятный аромат. И вот, вернемся далее в игры. Кришна стал воровать масло, и никому из врачей гопи не удавалось его поймать. Если кто-либо все-таки ловил Кришну, то он говорил такие слова: «О, мать, я такой нежный, а ты меня так крепко держишь». И я мучаюсь от боли, от твоих прикосновений. Ты держишь меня за руку так крепко. И вот он таким образом обманывал Враджа Гопи и убегал. А после этого Кришна приходил в дом Яшоды Майи, и она вот такую молитву произносила. И все Враджа Гопи пришли к дому Яшоды Майи и позвали: «Яшода, ой, Яшода!» И они так громко кричали: «Вот Яшода Майя!» Она вышла из дома, открыла дверь на порог и сказала: «О, Майсаки, почему вы кричите? Вы же разбудите Кришну!» И они начали жаловаться на Кришну. И потом Кришна вышел: «О, мама, я так голоден, накорми меня». Итак, многие люди... Они также приводили Кришну, пойманному на месте преступления. Вот. Но что в итоге получалось, что они приводили своих собственных детей, такую магию проворачивал Кришна. И вот они начали жаловаться Яшоды Майи. Твой ребенок такой лгунишка и постоянно крадет у нас масло. И вот... Оно Яшоды Майи защищало Кришну. Посмотрите, в моем доме есть все. Зачем Кришна будет ходить к вам и воровать у вас масло, если всего достаточно у нас в доме? И вот Кришна, прячась за маму Яшоду, он дразнился Гопи. И тогда Кришна говорил Яшоды Майи: «Мама, посмотри, так много детишек, вот, и мы друзья, мы вместе спим, играем». Кришна такие сладкие слова произнесил. И вот после того, как он закончил жалобы, все гопи уходили, и Кришна за ними шел: «О, гопи, послушайте, в этот раз я изменил форму на ваши детей, а в следующий раз я буду вашими мужьями, поэтому будьте осторожны, не шутите со мной». Yasoda nanda kehini niva pagvam nijukta suvanna karmasu niva mantha sayang dathi
दूसरे को दीपावली के लिए छुट्टी दे दिया और तो दूसरे को काम में लगा दिया, दूध खुद दही दही जमाया, दधि मंथन कर रही है, माँ के आंख से लला के स्मरण से आंसू टपक रहा है, स्तन से दूध झर रहा है। केवल मैया की ब्रज की जितनी गोपियां क्या करती हैं, उठायो गोपो पररात्र भागे स्मृता यशोदा सुत बालके भी गायंती उच्चै जनिता अनुरागा गोविंद नामो Итак, Кришна говорил, что когда бы мои преданные не пели для меня, я пойду и буду сидеть рядом с ними. И вот Нарада Риши спрашивал Кришну: «О Прабху, где же ты находишься? Я пришел на Вайкунтху, тебя там нет». И тогда Кришна говорит: «Я никогда не был на Вайкунтхе. Я никогда не был в сердцах йоги, где бы ни находились мои преданные и не прославляли меня, не пели для меня. Там я и буду находиться. Там я и нахожусь на самом деле, в настоящий момент». Итак, кто даже выше мамы Ишоды, который находится в Ватсалья Расе? И Кришна говорит: «О, моя мама, я так голоден, я так голоден». А почему мама не приходит после того, как ее уже позвали так много раз? Она потому что взбивает маслом. И затем Шудамая она положила Кришну на свои колени и начала его кормить молоком из своей груди. А также на плитке находилось молоко, которое вскипало. И она понимала, что ей нужно сохранить это молоко для Кришны. И хотя Шудамая она кормила Кришну своим молоком из груди. Она отложила Кришну в сторону и побежала спасать молоко, которое находилось на огне. Кришна были всего 6 дней от роду в то время. А Путана, которая была размером с 10 тысяч слонов, у нее была такая сила, мощнейшая. Он ее убил, когда ему было 6 лет. Почему же он не сделал то же самое с Шудамаей? Потому что он был связан ее любовью, любовью мамы Ишоды, поэтому ничего не мог предпринять. Он так наслаждался ее настроением. И вот Кришна, он разозлился и начал ломать все горшки с маслом и кормить обезьян, потому что они все были инкарнациями из Рамаяны, потому что во времена Рамы он пообещал, когда будет время и когда придет правильное время, я буду вас всех кормить со своей собственной руки, он пообещал обезьянам. И вот Кришна в Кришналиле кормил этих обезьян маслом со своей руки. मैया देखा सब लोग तो चले गोचारण के लिए, मैया भी भागी, कृष्ण से अधिक तेज से दौड़ करके कृष्ण को बांध लिया. И вот Ишода Майя вернулась и не увидела нигде Кришны. И она побежала, чтобы поймать его. И начала связывать его веревкой. इसलिए कृष्ण ने जो पाया शक्ति उसमें प्रकट हो गई और घटन घटन करके ऐसी शक्ति बांधना शक्ति
Из-за йога майя шакти, Ишода майя не была не способна связать Кришну веревкой. Но Ишода майя, она была настроена решительно, что сегодня я непременно его свяжу. И в конце концов ей это удалось. Потому что Кришна всегда очень любит свою мать, но мама его любит даже больше, чем он сам, поэтому она смогла его связать. Бхагаван Кришна Бхакта был Нарадом, и он и вот он проклял кумаров, что они станут деревьями. Вот, и в конечном итоге Кришна освободил эти два дерева от проклятия Нарады. ऐसे ताव पेच दिया किस ताव चिपक कर गिर पड़े ऐसे देख रहे हैं लाएगा नहीं नहीं अगर तेरी मैया जय सियाराम हो जाए तो अब कृष्णा रोने लगे माँ जसोदा रो रही है रोहिणी नंद और सब लोग रो रहे हैं फिर रोहिणी कृष्णा को लेकर के माँ जसोदा के गोदी में थमा दिया और मैया डगर डगर करके रोने लगी ऐसे बताई इतनी सलीला भी आनंद कुंडे साधु सब निमज्जन तमाखा पर्यंतम. Так, Гурудев рассказывает сейчас Дамодара Лил. Переводчик почему-то я не перевел. Видимо, рассчитывая, что мы все ее знаем. याद आ गया हमारा जी का जो फसल चल रहा था और ये ले गया
Thank you.
Даже великие мудрецы не могут понять все славы лил Господа Кришна. А Господь Кришна, который является мастером всех вселенной, он совершает свои игры как обычный человек, то есть он крадет масло, играет с детишками. Так много вещей он делает как обычный человек. Даже полубоги, боги не могут понять, что за лилу Кришна такую совершает. И в то же самое время наш Ати-гуру, Брахма, как вот он видит, как, например, Кришна бывает Агасура. И вся жизнь входит в лотосные стопы Кришны, жизнь Агасура. Когда Кришна пошел пасти коров в лес, неся с собой пищу, приготовленную еще дома и там, он, сев на камень, стал кушать эту пищу. И он разделял эту пищу со своими сакхами, друзьями под тенью дерева. То есть иногда они забирались друг другу на плечи, иногда Кришна наверху, иногда его друзья. Вот, но тот, кто следует Вайди Маргу, те бхакты, они не смогут понять этих лил, как он совершает лилы, подобные человечным. И увидев эти лилы, даже сам Брахма не мог поверить своим глазам. И Брахма, его невозможно обмануть, потому что он является Ади-гуру. Но
Лишь для того, чтобы поддержать эти игры Кришны, он совершает свои игры соответствующие, что он не верит. И вот Кришна и его Сакха, они, усевшись на траве, стали принимать пищу, затем пошли на берег Ямуну после этого и начали там молиться. И вот они увидели, что коров нет поблизости, они куда-то ушли далеко. И тогда они пошли догонять коров. И вот Брахма, он украл коров, и Кришна пытался их найти. И вот, в конце концов, Брахма даже украл друзей Кришны, пастушков. Вот такой был экзамен для Кришны. И вот Кришна увидел, что нет ни коров, ни телят, ни моих друзей. Куда же они все потерялись? И вот Брахма, он украл всех и спрятал в пещере. И Кришна понял, что это совершил Брахма. И Кришна принял инкарнацию, стал сам телятами и стал сам своими же друзьями, пастушками. И Брахма, он увидел это. На одну секунду он это понял, но для нашего мира это будет целый год. Так, например, матери, они любят своих детей, вот, но сейчас они даже больше еще любят. Вот, и коровы стали давать больше молока. Почему? Потому что это сам Кришна был в форме пастушков, это его инкарнация. Поэтому матери стали любить больше даже своих детей, чем раньше. Брахма осознал, что все пастушки и телята — это сам Кришна. И вот Баларама, он все понял. Понял, что это происходит не так. Вот, и по этой форме, и по этой причине Кришна объяснил, что Брахма украл моих пастушков и телят, и поэтому я сам принял их форму. Вот, и таким образом Кришна, он обманул даже самого Брахму. И вот Брахма, он упал с своего транспортного средства лебедя. И Кришна, он даже научил одному уроку Брахму. Вот перед тем, как украсть... И вот Кришна принял сам форму Брахмы и пошел, отправился на Брахмалоку, а сам Брахма, он пытался только лишь украсть телят и пастушков. И вот, и когда там Кришна был,
принял форму Брахмы, вот, и ты там спросил о личности, он спросил, где Брахма, вот, я здесь был, там настоящий Брахма. Вот, и потом позже Брахма он осознал свою ошибку. И сразу же он склонился перед лотосными, стопами Шри Кришны, попросил прощения за свою ошибку. उनका ब्रह्म ज्ञान आ गया तो निस्तेज उनको धीरे धीरे तो निस्तेज हुए थे उनको थोड़ा थोड़ा ज्ञान आ गया और उन्होंने कृष्ण की स्तुति करना आरम्भ किया. Вот Кришна, вот Брахма вернул себе свое сознание и стал молиться Господу Кришне. Вот Брахма, он является Ади-гуру. И почему он так стал делать? Потому что он является нашим гуру. Поэтому наша сампрадая называется Брахма Адвагаудия сампрадая. Почему? Потому что Кришна пришел во врач, как маленький ребенок, и стал там проявлять Бала-лилу. Каждая мать, каждая корова желали, что я бы хотел такого ребенка, как Кришна, я хочу кормить его молоком. И так даже коровы были переполнены Ватсалья Бхава и хотели накормить Кришну своим молоком. О, если бы Кришна был моим ребенком, я была бы так счастлива. И вот для удовольствия Враджа Васи он стал ребенком Враджа Васи и всех коров. И таким образом он удовлетворил желание всех Враджа Васи. Это одна из причин, по которой совершилась эта лила. То есть по факту для этого Брахма и обманул его. То есть все по желанию Кришны произошло. И вот, услышав такие слова Кришны, Брахма начал ему молиться. И вот Брахма говорил: «О Прабху, я приношу тебе свои почтительные поклоны, твоим лотосным стопам. Чья красота такая голубо-темная, а глаза подобные, так блестят, как электричество. У тебя такие красивые черные кудрявые волосы, у тебя в волосах перо павлиное». Брахма прославлял Шри Кришну таким образом, его красоту. Так Махарадж говорит, как Брахма прославляет Кришну, его форму, его лилы. Каждую часть тела Шри Кришна прославляет Брахма. И
по чьей милости каждый удовлетворен, и чьи желания всегда исполнены. आप जो इस प्रकार नंद बाबा और ब्रजवासियों को धन्य है, ब्रजवासी धन्य है, वास्तव में इनका औभाग्य है, एकमात्र ब्रजवासी औभाग्य है। Итак, Враджавайся, они Дхани, вся слава Враджавайся, вся слава Враджавайся. Почему? Потому что Кришна стал родственником Враджавайся. И будучи так близким к Враджавайся, Кришна, он является мастером всей Вселенной, он стал родственником вот этим Враджавайся, и они всегда с ними... с ним всегда влили. О, Враджавайся, вы такие удачливые, вы такие удачливые. Так Брахма Джи также говорил. Что я бы так хотел принять рождение в этой земле Брахма Раджабхуми, и тогда Брахма стал горой на Варшане, Брахма Парвата называлась тогда гора, и вот он лицезрел лилы Радхарани, Радхи Кришны. И только по милости Шримати Радхарани им удалось стать горой на Варшане. Если кому-то удастся стать хотя бы камнем в Врадже, это великая удача, и все... И вот молитвы самых прославленных мудрецов состояли в том, чтобы стать хотя бы травинкой, хотя бы камнем на земле Врадже. И даже преданные Господа будут следовать Ему. Что вот однажды мы получим принц лотосных стоп Шри Кришна. Вся слава Враджавайся. Если я приму рождение в Гакуле, во Вриндаване хотя бы камнем, то я смогу почувствовать пыль с лотосных стоп друзей, дорогих Кришны друзей, то я буду таким удачливым, таким удачливым. गोकुल में गोपी बन करके अपने जन्म ग्रहण करके वहां पर भगवान की चरण धूलि उनकी सेवा करना चाहती है। वो ब्रह्मा जी इस प्रकार भगवान की लीला देख करके उनको चरणों में नतमस्तक हो गए और ब्रह्मा जी इस प्रकार भगवान की स्तुति करते हुए भगवान का गुणगान करते हैं। अभी और ये आगे लीला अभी महाराज जी वर्णन करेंगे। मैं ये प्रणाम करता हूँ आदि गुरु ब्रह्मा। Итак, следующие лилы расскажет Шрила Бхактивиданта Вана Махарадж, я на этом закончу. सिद्धार्थ महाराज जी रूप सनातन मठ से आने वाले थे और ब्रह्म विमोहन लीला महाराज जी कहेंगे ऐसे संबंध में हमने स्थिर किया था। नासी महाराज हरी कथा नहीं बोलते, वो नहीं आए इसे नासी महाराज को सुझाव देना पड़ा। अभी
Итак, у нас очень мало времени, поэтому мы пропустим очень много историй и пытаемся рассказать самые главные вещи вкратце. Чтобы привлечь слушателей, мы также должны петь киртан. कृष्ण परदत्त ब्रह्म आदि देवता को ही ब्रह्म कहा गया। अभी अभी आप लोग ने ब्रह्म विवरण कथा का श्रवण किया। असल महाराज जी भी कृष्ण के अनेक लीला चरित्र के संक्षेप रूप में ही वर्णन किया दो एक शब्द के द्वारा। कृष्ण जन्म लीला से लेकर के फिर पुतनावध लीला, फिर Итак, сейчас уже были рассказаны так много лил Кришны, Дамодара лила, лила спутанная, Брахма Вимохан лила, лила рождения Кришны была вчера. Но Шукадев Госвами Пад был Расик Бхактой. Следуя Шримад Бхагаватам, Радхи, и имена других гопи на самом деле не были упомянены. Но на самом деле имена гопи и Шримати Радхики, они повсюду в Шримад Бхагаватам. Хотя напрямую этого вы не можете увидеть. Но почему так произошло?
Существует две причины. В течение 7 дней нужно было произнести Шримад Бхагаватам, закончить. А Шукадев Госвами Пад всегда находился в разлуке с Шримати Радхарани, страдал в разлуке по ней. Он является попугайчиком с Шримати Радхарани. И вот сам этот попугайчик пришел оттуда, из духовного мира, и стал рассказывать Харикатху. И вот если он хотя бы единожды вспомнит Шримати Радхарани, то он сразу же упадет в обморок на 6 месяцев. И тогда он будет не в состоянии рассказать Харикатху в течение 7 дней Бхагават Саптаху. Такое у него сильное. Не было разлука по Шримати Радхарани. И еще одна причина. Когда Шукадев Госвами начал говорить Бхагават Катху, вот он уже собирался рассказать вот этих сокровенных лилах, но Радхарани и другие гопи предстали перед ним и сказали: пожалуйста, не поминай наши имена нигде здесь, потому что многие люди будут смеяться над нами, они не поймут лилы с нами, вот эти божественные лилы, карми гьяни, которые будут слушать Шримад Бхагаватам. Все, которые здесь собрались, они не смогут понять наши махабхавы. Пожалуйста, не упоминай тогда наши имена. Итак, кто духовный мастер Шукадева Госвами? Это Шримати Радхика. И сама Шримати Радхика и послала с Нитья Голоки Вриндаван Дхаме Шукадева Госвами сюда, в материальный мир. Люди там, в материальном мире, страдают так сильно. Отправляйся туда и рассказывай Харикатху. Расскажи о Гирираже, Гвардхане, Муне, коровах. То есть все вот эти вещи проявились из материального, из Голоки Вриндавана в материальном мире. Радхарани не хотела приходить сюда, потому что где нет Гирираджа, Ямуны, где нет Гопи, я не пойду туда. Но Кришна сказала: о, Радха, не волнуйся, я возьму всех и каждого. Мы все проявимся здесь в материальном мире. Тогда Радхарани согласилась прийти. Очень много историй, я вкратце лишь упоминаю. Радхарани также дала наставление Шукадеву Госвами. Итак, кто духовный учитель Шукадева Госвами? Сама Шримати Радхика. Но имя Радхарани нигде не упомянуто. В писаниях говорится, что вы не должны везде, повсюду произносить имя своего духовного учителя. А когда бы вы его не произнесли, вы должны это произнести с великим почтением. Мы сейчас не можем понять, как махабхагаваты думают. И вот перед неквалифицированными людьми мы должны быть очень осторожны и держать в секрете свое имя своего духовного мастера, духовного учителя. Радхарани сказала, еще когда Бога с вами, о том, чтобы не упоминать его, свое имя. Но косвенно, конечно же, там было упомянено там, во многих местах. И
И вот наши предыдущие ачарьи показали нам, где же описаны имена Радхарани и других гопи. Раджа гопи. Косвенно, в очень многих местах Шримад Бхагаватам упомянуто имя Шримати Радхарани и других Раджа гопи. Так же, как и слепые люди не способны увидеть солнце, так же и те, кто не могут принять прибежище у истинного гуру, даже услышав Шримад Бхагаватам, он не поймет, о чем это писание. На самом деле в Бхагаватам имена Шримати Радхарани повсюду, и также повсюду имена Раджа гопи. Только расика, вайшнавы смогут понять Шримати Бхагаватам, они смогут вкусить плоть Шримати Бхагаватам. Итак, возвращаемся к Харикатху. Харикатхе. Вчера мы слышали о рождении Шри Кришны. सर्वत्र भ्रमण करते करते निराग्रह विचार करने लगे जब कृष्ण ब्रज में जन्म लिए बकुल तब उनकी लाडली शक्ति श्रीमती राधिका और उसी के ही जन्म की वरुण इन शास्त्र में कहा गया शक्ति शक्ति मधुर दर अभिद शक्ति शक्तिवान में कोई भेद नहीं है जहां पर शक्तिवान है वहां पर शक्ति है इसलिए कृष्ण के कहा जाता है शक्तिमान श्रीमती राधे के कहा जाता है शक्ति तो राधा जी कहां है ये विचार करने देखो समय कैसे बदल गया देखो हम भागवत में पार्वत में बैठे हुए हैं आज पांचवा दिन हो गया हम लगते आज पहले दिन शुरू कर रहे हैं हम देखते देखते देखो कैसे हो रही है दिन कैसे चलती जा रही उसी प्रकार देखते देखते कई दिन तो बीत गए कितने दिन बीत गए दो हफ्ता बीत गए ऑलमोस्ट और नानद जी विचार करने लगे ठाकुर जी जब गोकुल में जन्म लो ठाकुर जी की शक्ति जो है राधा जी कहीं नहीं है देखो हमारे साथ में ना दरीश कल को भेदे से हरि कथा осознал, что если сам Господь принимает рождение, то и Его энергия также примет рождение в этом мире. Линия Шримати Радхарани настолько прекрасна, что оно было упомянуто в Брахманды Пуране и в других Пуранах. В одних калпах Шримати Радхарани принимает рождение на Варшане, в других она приходит из огня. В другой калп ее находят в лотосе, а еще одной то она рождается из яйца. И многие люди не понимают этого, и не принимают это как за комедию. Но если вы почитаете Святое Писание, то будет так. В этом убедитесь. И Вришабхану Махарадж и Киртана Сундар являются отцом и матерью Шримати Радхарани. Таким образом, наверное, Дариша в этой калпе Катхе, в этой калпе Шримати Радхарани является Бравалем. То есть вот именно в этой калпе, в которой мы находимся.
श्रीमती राधिका कहाँ प्रकट हुई? रावल में। कहाँ प्रकट हुई? जोर से बोलो, रावल की जय। इस कथा को संक्षेप में так вкратце ми розкажемо об этом. Сухан Махарадж. Равель ме рехне лаге, унке паси Нанда Махарадж. Когда бы он не оставался в Равеле. Итне гришча та, чаха чаха пар Нанда Махарадж рахте те, ар унке митра Бисвану Махарадж. Никак ми сикам мида. Итак, Нанда Махарадж и Вришабхана Махарадж, они были лучшими друзьями. Однажды Вришабхана Махарадж принял появление в Ямуне, в Брахма Мухурту, и Мандави была так прекрасна, она была так красива. И вот это было как раз то время, когда еще мать Радхарани была готова принять рождение реки Ямуни. И вот вся природа была настолько прекрасна, цветущая. И прекрасные цветы там расцветали, там были красивые животные, кукушки. Вся природа встречала еще мать Радхарани. Пели кукушки и павлины, и даже Шмели, и все полубоги собрались там. Они были так счастливы, что Шримати Радхарани сейчас придет в этот мир, примет рождение. Все начали танцевать в блаженстве. И вот Вришабхану Махарадж в это время Брахма Мухурте. То есть около часа 30 до рассвета, это время называется Брахма Мухурты. И вот три раза он применил омовение в Ямуне. То есть он зажал нос и три раза нырнул в Ямуне. И вдруг он увидел прекрасную Шримати Радхарани, находящуюся на цветке лотоса, и чей цветущий аромат покорил все его чувства. Шримати Радхика, она была совсем малышкой, и она лизала свой большой палец, облизывала. Улыбка была на ее лице. И после этого Вишвамитра Махарадж и его жена Киртика Деви, взяв эту прекрасную девочку Радхарани, они стали считать ее своей дочерью. И Нарда Риши, Вишвамитра Махарадж Нарада Муни пришел в дом Вишвамитра Махараджа и спросил: «Ты, у тебя появился свой ребенок?» Вишвамитра Махарадж показал Шримати Радхарани ему. И ее глаза были закрыты. В одной кальпе упоминается, что она явилась с открытыми глазами, но в этой кальпе Шримати Радхарани закрыла свои глаза. Почему? Потому что Шримати Радхика сказала Шри Кришне, что когда бы я не пришла в материальный мир, то вначале я должна получить твой даршан, и после этого я уже посмотрю на весь остальной мир. Поэтому у нее глаза были закрыты. Вот Вишвамитра Махарадж думал, что Нарда Муни, он великий мудрец, великий святой, и если он благословит, то она тогда откроет глаза.
тогда Вришабхана Махарадж показал свою маленькую дочурку Радхарани Нарада Муни. Нарада Муни, Муни сказал, и вот что я совершил свасти вачан. И тогда Вришабхана Махарадж принес все парафиналии для этого, все предметы. А в это время Лалита Вишакха и другие саки, они явились перед ним, и тогда и Радхарани тоже, как 16-летняя девочка, явилась перед Нардамуни. И слезы потекли с ее глаз Нардамуни. И тогда Нардамуни начал представлять Шримати Радхарани. Вот этой песни. Таким образом, Кривака также бажана ласпета на Нардамуни. और फिर जो मैं विदा राधा जी छोटी सी बालिका बन गई और ये सारे जो ललिता से सब Шридхара Махарадж приехал к нам. जय सिद्ध महाराज की जय. आइए महाराज पधारिए. इसके पश्चात विश्वभानु महाराज उनको दिया और उन्होंने क्या की Харя Махарадж стал совершать стути. Чтобы показать такие лилы. В этом мире он начал играть на вине Нарада Риши. Шридхара Махарадж, Нарада Махарадж, все семьями встретились друг с другом. И вот Киртика Майя и Шрида Майя разговаривали друг с другом. О, Майя, точно такая красивая, но ее глаза закрыты. И Кришна тоже пришел. Когда Вришабхана Махарадж и Нанда Махарадж разговаривали, а Киртида разговаривали с Ишодой, Кришна втихушку пробрался к Шримати Радхарани. Очень медленно. И вот Кришна сказал Радхе, Раде. Посмотри, я пришел к тебе. И увидев прекрасный голос Кришны, Шримати Радхика открыла глаза и получила даршан Кришны. И после этого даршана лишь для лилы этого общества она стала плакать. И тогда Киртида, Вришабхана Махарадж, все пришли к Шримати Радхарани. Они были удивлены. О, Шримати Радхарани открыла глаза. Радха и Кришна были тогда вместе. Таким образом, Ачарья Пады упоминают лилу. Таким образом, Равали совершают на Радхарани Утсаву. То есть после, Радхосов совершается в Равали после дня рождения Радхарани. Его устраивает Вришабхана Махарадж. Так же, как и Нанда Баба устраивает на Нандотсав после рождения Шри Кришны. Thank you.
Микрофоні хоче, давай дідушка нашому Киртані Дамодару. Хоче сам піти. Oh,
रावण ग्राम की, बलसानो धाम की, रंगीनी गली की, अलहानी चंद्र महोत्सव की, с далекого Пури прибыл Пучипат Шридхар Махарадж. Сейчас будем слышать ему сладостную Катходнему. तमादि देवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रुहिदावतारं अपार संसार समुद्र सेतु भजामहि भागवतं स्वरूपं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्दं श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द बल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे जोर करके बोलो बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्रीला माधव महाराज, श्रीला बन महाराज, श्रीला नक्षी महाराज, अन्य अन्य वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं, और श्री पुरुषोत्तम धाम में слушаем Пурушоттама Бхагаван Катха, во время Пурушоттама Дхаме, от преданных Пурушоттама. Это очень, очень благоприятная вещь слушать Шримад Бхагаватам Катху. Шукадев Госвами сказал, такую шлоку, что даже полубоги не могут достичь таких благоприятных условий, как слушать Шримад Бхагаватам сегодня, в такое время, в таком месте. И Шукадев Госвами Пад, когда говорил Парикшит Махараджу, все полубоги собрались и слушали Шримад Бхагаватам. То есть если... И вот полубоги сказали, возьмите горшки полные нектара, отдай их Парикшиту Махараджу и сделай его бессмертным. Шримад Бхагаватам является драгоценностью, самой ценнейшей среди всех драгоценностей, когда... Когда Кришна ушел в свою лилу, он явился, остался в этом мире как в одной из своих форм, в виде Шримад Бхагаватам. Там.
लेकिन ये जगत में दूसरे स्वरूप में रह भी रहा हूँ। बोले प्रभु आप किस रूप में रहोगे? बोले ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, ये जो भागवत ग्रंथ है, ये ग्रंथ नहीं। Так, Удава сказал Кришне: «О Прабху, ты сейчас возвращаешься в свою трансцендентную обитель. Каковы твои наставления? Как нам достичь тебя?» И он говорил: «Я всегда буду находиться в форме Шримад Бхагаватам, не волнуйся». Итак, слушая Шримад Бхагаватам означает, что мы находимся в прямом общении с Кришной. Шукадев Госвами Пад сказал, что даже полубоги принимают рождение. Здесь, чтобы услышать Шримад Бхагаватам, потому что сами, потому что на райских планетах это невозможно услышать. И мы здесь даже удачливы, чем многие полубоги. Значит, на сайте Локаке, где восседает Брахма, нет Бхагават Катхи. В этом мире, если существует какая-то Харикатха, Бхагаваткатха, наши Госвами Пад говорит. आप लोग कहाँ से आए हो? मथुरा से ना? एक किलोमीटर, दो किलोमीटर, दस, इससे तो ज्यादा नहीं। हम लोग तो दस किलोमीटर से आए। कोई कोई दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर से आए होंगे, लेकिन यहाँ से ब्रह्मलोक कितना दूर है? Мы 10 километров 50 преодолели, чтобы послушать Шримад Бхагаватам. Вот, но от Брахмалоки тут миллионы, тысячи, миллионов километров. Вот, если Брахмалоку узнает, что Шримад Бхагаватам, он примчится сюда, чтобы послушать Шримад Бхагаватам со своей Брахмалоки, потому что он знает, что... Не от какой-либо другой вещи в мире мы не получим столько же блага, как Шримад Бхагаватам, потому что Шукадев Госвами Пад, он покинул Брахмалоку, и на Кайлаше нет такого типа катхи. बोले अगस्त ऋषि की चरण में बैठ करके बोले कहाँ से? बोले कैलाश लोक से कथा सुनने के लिए आए थे। बोले कैलाश की बात छोड़ दो, जो कथा है बोले वैकुंठ नास्ते अमरस। यदि ये कथा वैकुंठ में भी ये कथा नहीं Даже Вайкунтхе нет такой катхи. Наши Госвами Пады говорят вот такую шлоку. Гаруда с Вайкунтхи, если узнает, что здесь совершается Харикатха, он немедленно покинет ее и придет слушать Харикатху. Поэтому мы так удачливы здесь, потому что Деваты, Брахма, Шива, Гаруда, они уходят со своих собственных планет, чтобы послушать Шримад Бхагаватам, где бы ни велось повествование. स्नान कर लिया, समझो हम लोग ये पुरुषोत्तम महीना में ये कथा इसलिए
इसी महीना की महिमा आता है, विशेष करके इसी महीना में जो भागवत это очень, очень большая удача, что особенно такой месяц хорошо, там мы слушаем Шримад Бхагават Катху. И такая огромная слава этого месяца Пурушоттама, особенно здесь, в Матхуре, где Кришна тоже принимал рождение, особенно очень многие вайшнавы совершали баджан здесь, в этом храме, прямо напротив этих божеств, Радха, Винод, Бихари, Лал. Мы прямо слушаем эти ладу, настолько это сладостно, все, что сейчас происходит. आज हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान कृष्ण कल जन्म हुए थे. И вот вчера мы слышали о рождении Шри Кришны. Когда Господь Кришна явился в мир, то Господь Шива захотел получить даршан Кришны, и он покинул Кайлаш и пришел в Гокул. Но еще до мая она не разрешила Шиве получить даршан Кришны, потому что мой ребенок будет бояться такой формы садху, как Шива. Я не хочу испугать своего ребенка, поэтому я не позволю тебе получить даршан. Вот, иначе он не будет спать всю ночь, увидев такого могучего Шиву. И поэтому очень осторожно она приносит Кришну на Нукшану Шиве. Вот она дарует даршан Кришне Шиве один раз. И лишь единожды увидев Кришну, его и получив даршан, вся жизнь его венчалась успехом. И вот когда Кришна... И вот Кришна плакал в то время, но увидев своего преданного Шиву, он стал смеяться. И мама Ишода поняла, что подумала, что о, этот человек какую-то черную магию провел, но потому что мой ребенок плакал, но получив даршан этой личности, он стал смеяться. एक काम करियो एकदम नजर लगेगा कि नहीं, बोले बता दे. बोले जब लाला को तुम स्नान कराती हो तो उसका चरणामृत ला करके मेरे सर पर डाल देना, मेरे को दे देना. बोले बाबा सो कर लो. बोले और कुछ करना पड़ेगा? И вот она спросила, хочешь ли ты чего-либо, нет. И Шива ответила, когда ты будешь купать Кришну, пожалуйста, полей черномриту на мою голову. То есть, когда ты будешь кормить Кришну, чтобы не осталось после принятия пищи, пожалуйста, принеси мне. Но сейчас на Дагоне есть Нандешвара Махадев. Это когда Кришна принимает омовение, то черномрита, она до сих пор падает на Господа Шиву. Потому что Господь на Господа Шиву всегда падает воду Ганги, а вода Ганги — это Чиринамриты Ваманадева. Когда вы предлагаете пищу Господу, ее называют прасадом, а когда после этого предлагаете вайшнавам, то это называется Махапрасад. Итак, в один день Брадж Гопи пели Кришне танцы.
आ रही हैं, लेकिन कृष्ण कहाँ लेते हुए बैलगाड़ी के नीचे, इसलिए भगवान खुद क्या कहते हैं, अकेला कृष्ण कृष्ण में तबरे में स्पाल मद भक्ता जत्र गायती तत्र तिष्ठा में नारद। भगवान खुद कहते हैं मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, मैं योगियों का हृदय में भी नहीं रहता, बोले कहाँ रहता हूँ, बोले जहाँ पर मेरे भक्त जन मेरे कीर्तन करते वहीं रहता हूँ। अब यहाँ कीर्तन कर रहे हैं गोपियाँ, अभी कृष्ण लेटे हुए कहाँ पर बैलगाड़ी को नीचे, लेकिन अभी कृष्ण का नींद खुल गई, क्यों, जहाँ कीर्तन भगवान के तो मैं वही रहता हूँ। अभी कृष्ण आना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण का आनंद लेना कृष्ण स्वयं चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण कीर्तन में इतने रस है, कृष्ण कथा में इतने रस है। तक महाराज गवाई कीर्तन या कृष्ण कीर्तन насколько благоприятен и Кришна киртан, насколько он прославляем. Махарадж говорит о сурдах, когда сурды поют киртан, Кришна слушает его, пребывая в теле маленького мальчика. Почему в эту кали-югу Кришна приходит в форме Шичтани Махапрабху, принимая Бхаву Радхарани? Причина в том, что какое бы удовольствие и наслаждение не испытывал, то в тысячи крор раз, миллионы раз Шимати Радхарани испытывает больше. Вот, потому что сладость не знает, насколько сладка она сама. Поэтому Кришна, Бхагаван своя, до тех пор, пока я не почувствую Радхарани Бхаву, когда я не вкушу ее расу, я не успокоюсь. Поэтому в эту кали-югу Шри Кришна явился как Шри Чайтанья Махапрабху. लेकिन कृष्ण तो अभी उनको भूखे नगर भी चलना नहीं आता, वो आए कैसे, बोले बाला नाम रोदन बल, बालक का जो रोदन जो रोना यही बल है। लाला ने सोचा अगर मैं थोड़े रो लूं, मैया सुनकर के साथ उठा कर ले जाएगी, इतने में लाला ने थोड़ा रोना प्रारंभ किया, लेकिन मैया तो लेट देने में लगी हुई, किसको क्या देना क्या लेना, फिर कीर्तन हो रही थी, फिर तो वहां पर धूप बचा हुआ था, मैया के कान में ही नहीं पड़ा। कन्हैया ने सोचा इतना तो रो लिया, तो इतना रो लिया तभी भी प्रिया मेरे को ले नहीं जा रही है। इतने में कृष्ण की जो इच्छा शक्ति जो बनाया ने कृष्ण, उन्होंने कंस को प्रेरणा किया, इतने में कंस ने श्री सकटासुर को उन्होंने भेज दिया है, जो सकटासुर ने पूर्व जन्म में उत्कच हिरण्याक्ष का बेटा था। एक दिन उसने लोमर ऋषि की बात में प्रवेश करते हुए सारे बात को तसनस कर दी। ऋषि को बड़ा क्रोध आया, बोले दुष्ट, इसलिए ठाकुर जी इतने मोटे छोटे तेरे को बनाए संतों की बात को सुनाने के लिए, जिस शरीर में तुम्हारी इतने अभिमान अभिशाप देता हूँ, तेरे शरीर नहीं रहेगा। Переводчик сейчас молчит, он не очень понимает, видимо, язык Махараджа, потому что у всех разные акценты, нужно привыкнуть к акценту говорящего. Так Махарадж говорит о Шакасур. У него было раньше проклятие, и Иван Шана Рикши сказал, что благодаря лотосным стопам Шри Кришны ты сможешь уничтожить свое проклятие. И вот Шакатасур пришел, и вот Кришна тогда спал под Шакатасуром. И вот Кришна развил вот это вот, кто начал спал, и тогда Шакатасур, он получил освобождение. И все вража гопи увидели, что вот это вот транспортное средство, оно разрушилось. И гопи не поняли, как это произошло, на что маленькие гопы сказали, это Кришна его уничтожил, его сломал. Но старшие гопы и гопи, они не поверили в этом.
Переводчик объясняет, что Махарадж говорит по-хинди очень быстро, и он не способен следовать полностью его рассказу, но, надеюсь, он попробует, насколько это возможно. Да. Как я и объясняла, да, что в Индии у всех свой акцент, вот, и поэтому для того, чтобы привыкнуть к акценту определенного человека, нужно его долго слушать. Вот, а Махарадж только пришел, Пучпачхар Махарадж, и наш переводчик Виджая, он еще не очень понимает его речь. वो 10-15 दिन से एक कपड़े पहने पहन रहे थे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं, उनकी सेवा के लिए कोई ध्यान नहीं, उल्टा पुल्टा लोगों को बुला बुला करके शराब मदिरा और मांस खिला करके भूत का ध्यान कराने, लेकिन भगवान के लिए हम कुछ नहीं करते। भगवान क्या कहते हैं? उत्सव, उत्सव मतलब क्या? उत, उत मतलब होता है निकाल देना, क्या नहीं जाएगा सब। अगर किसी चीज से अगर हम भगवान को निकाल दिया, वो रह जाएगा क्या? सब रह जाएगा, केवल सब मतलब मृत शरीर, वो मृत शरीर का ही भूतों का वो आटा खाना है। भगवान क्या कहते हैं? ऐसे ठोकर मार देना सब घर में तसनस कर दूंगा, तुम्हारे सारे बजा चखा दूंगा। इसलिए कोई भी घर में चीज वो पहले अपना बेटे के लिए तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा ले, नहीं पहले देखो ठाकुर के लिए कपड़ा लेते, भगवान के लिए क्या बनाया ये चीज को मत देखो पहले, ये भूतों को क्या खिलाएंगे ये चीज को मत देखा करो, भगवान के लिए क्या है कि नहीं पहले देखो है। इसलिए भगवान ने क्या किया, वो गाड़ी को उन्होंने पलटा दिया और सारी को सारे उन्होंने तसनस कर दिया। भगवान ये सब क्या देते हैं? Так вот, находясь в одной стране, живя, индусы не всегда понимают друг друга. В таком случае приходится прилагать к этому усилия. И вот однажды торговка фруктами, история об этом. Вот, и она приходила к Раджа Гопи, ко означает... Гопи означает го, это индрия, наши чувства, а пи означает пить. Вот то есть те, так, это те, кто получает нектар всеми своими чувствами от Кришны. И вот по всем новостям в Раджа-дхаме такие новости. По всей Враджа-дхаме были новости о том, каков прекрасен Кришна, как он стоит, как он лежит, как он поет, как он играет на флейте, насколько прекрасен Кришна. И вот, услышав эти истории о Кришне, торговка фруктова, она не могла сдержать себя, она так хотела увидеть Кришну. Вот такой у нее была жажда познать, кто же такой Кришна. И вот до тех пор, пока вы не получите саду сангу, то есть только благодаря общению с преданными саду санге, услышав харикатху,
кровь и частички тела каждого станет Кришной, так он перевел. Потому что он... Но он сын самого короля, как мы можем получить его даршан? Вот потому это его фруктами приносило такие вкусные фрукты. И постоянно рядом находилась рядом с царством Нанда Махараджа. И вот она начала, кричать, кто хочет фруктов, кто хочет фруктов. И вот там были друзья Кришны. Все друзья Кришны явились перед торговкой фруктами, только на второй. Во второй день она пришла, и не было Кришны. Третий день приходила, и снова Кришна появился перед ней. И вот она решила про себя, что если сегодня я не получу даршан Кришны, я никогда не вернусь домой, я просто умру. И вот, летуя постоянно о Господе Кришне, она полностью погружалась в его имя. Вот, и в итоге она забыла, что продает фрукты, и она стала кричать, кто хочет Нандалалу, кто хочет Гиридхари, кто хочет Гопал. Вот, она забыла в этот день, что она продает фрукты, она была полностью погружена в Кришну. Вот говорится, что до тех пор, пока вы не будете сходить с ума по Кришне, вы не получите его. И вот все... И вот сумасшедшие на самом деле не те люди, которые сходят с ума по славе, женщинам, деньгам и прочему. Вот, но на самом деле истинное сумасшествие это когда мы сходим с ума по Кришне. И вот однажды Кришна, взяв... Взяв зерна, он пошел к торговке Кришны. И вот колокольчики звенели на ногах Кришны. И вот колокольчики звенели, говорили, о, Кришна, куда же ты идешь? Тебя наругает мама, возможно, там тебя прочитают демоны. И тогда Кришна, ну, она спрятала эти нупуры. И вот Кришне было тогда всего лишь 3 года, но он держал в руках зерна. И очень много зерен падало между, потому что у него между пальцами. А вот эти зерна — это Лакшми. И вот все, что падает на лотосные стопы Кришны, это Лакшми в виде зерен падало туда. И вот она думала, сейчас ты меня несешь, меня снаружи... Вот она всегда находилась в его доме и говорила, почему ты меня выносишь наружу? И в итоге в руках у Кришны осталось только 2-3 зернышка. И в торговку фруктами она плакала, плакала и кричала, кто хочет Кришну, кто Кришну. Она просто ментально помешалась на Кришне и постоянно звала его. И когда Кришна вышел наружу, насколько прекрасна форма Кришны, все увидели ее. Это такая красивая форма, что даже тысячи купидонов не могут сравниться с ним. И вот 2-3. 2-3 зернышка у него осталось, и он просил торговки. А торговка фруктами сказала, я тебе дам фрукты, если ты тоже кое-что сделаешь.
Но Кришна говорит, когда я хожу в дома Враджа Гопи, никто мне ничего не спрашивает взамен. Вот почему ты меня просишь, дай мне, дай мне. И торговка сказала, ты просто сядь ко мне на колени, назови меня матерью, и тогда я дарую тебе все, что хочешь. И Кришна думал, что же делать? И вот Кришна осмотрелся по сторонам, не было ли нигде тетушек или мамы. И вот он... И вот... Тогда по-быстрому он сел на колени торговки фруктами и быстро сказал, «О, мама, пожалуйста, дай мне фруктов!» И встал быстренько. И даже самые возвышенные полубоги не могут достигнуть сияния с лотосных стоп Кришны, с его пальцев. Но сам Кришна, он сел на колени этой торговки фруктов. Эту историю переводчик не понимает. Это какая-то история про Раму и Ситу. Вот, но переводчик не переводит. जो लीला पुरुषोत्तम रूप में कृष्ण रूप में पूर्ण ब्रह्मा बनकर के आऊंगा उसी समय में तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूंगा इसलिए उन्होंने उनको गोद में बैठे मां बोले इतना खुश हो गई उन्होंने सारे फल को उनके हाथ में दे दिया हे कृष्ण खुश होकर के वापस आ गए जब वापस आ गए इतने में मैया ने कहा लाला इतने फल तेरे को कहाँ से मिल गया बोले कि फल बेचने वाले ने दी लेकिन कृष्ण तो सोच रहे थे किसी ने देखा ही नहीं लेकिन गोपियों ने देख लिया क्यों जब गोपियों ने देखा थोड़ी देर के बाद में लाला गया कहाँ लाला है ही नहीं उन्होंने पीछा किया पर कैसे पीछा की उन्होंने जो गेहूं लेकर के जा रहे थे वो हाथ के छेद से अंकुर को छेद से गिरते गिरते गया था एक गेहूं मतलब क्या है कृष्ण कहते हैं अगर मेरे को कोई पाना चाहता है जब तक मैं स्वयं किसी को प्राप्त नहीं होता हूँ सही जाने जा रहे देहू जाना ही इसलिए जब तक स्वयं को स्वयं नहीं जानते हैं उनको कोई भी दर्शन नहीं कर सकते हैं इसलिए बोले ना अयम आत्मा प्रवचनेन न लब्धेन मध्यान बहुना श्रुतेन पंडित तो बुद्धि को तरह भगवान नहीं मिलते हैं भगवान उसको जनाते हैं है? इसलिए भगवान को बना करके रखे थे Вовка приходила много раз, но он не даровал ей даршан. И только когда Кришна сам захотела этого, то она бы его получила. Они возмущались, почему это Кришна пошел и сел на колени этой торговки фрукты, но еще ли она не ругала Кришну за это? Она лишь взяла фрукты, помыла их и дала Кришне. А когда торговка фруктами заглянула в свою корзину, то она обнаружила, что она полна драгоценных камней. Но она все это выбросила в Ямуну. И сказала, что мне достаточно твоего даршана, мне нужно все это богатство. Кришна
ढकेल रही है, इसलिए इतने भक्तों को लाना जिससे मंदिर में प्यार रखने की जगह नहीं मिली। इसलिए एक उदाहरण देते हैं, देखो जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे कहीं मीठा पड़ा हुआ है, एक गैया आएगा ना खा करके जितना खा कर चला जाएगा, एक अगर बकरी आएगा जितना खा करके चला जाएगा, एक चिट्ठी आएगा तो क्या करेगा बताओ, बोलो जोर से, एक चिट्ठी अगर देख लिया या मीठा पड़ा हुआ क्या बोले करेगा बताओ, अरे जोर से बोलो, वो सारे अपना परिवार को बुला करके ले आएगा, चलो वहां पर मीठा है, इसलिए चिट्ठी जैसे बनना है, अगर यहाँ खाना तो खाना और सबको बुला करके बढ़िया, हाँ वहां पर बढ़िया मीठा मिल रहा है, चलो सबके सब लेकर के चलो, ठीक है ना। और गुरु जी कहते थे जिसको लेकर के आओगे उसको जो पुण्य मिलेगा, जो लाने वालों को उसको आधा पुण्य मिल जाएगी, आधा सुकृति मिलेगी, गुरुजन कहते थे। इसलिए कल कितने कितने लोग को लेकर के आओगे, इसलिए कल इतने भक्तों को हमने बुला कर बुला दिया, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री नंद के लाला की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, निताई गौर वृंदावन हरि हरि बोल। माइक में बहुत सुंदर रूप में श्री महाराज जी रस बरसाया, महाराज जी के आगमन से ही महल जो है एक सुंदर रूप में बन गया, और महाराज जी के फुटबॉल ब्रह्मचारी के नाम ही भी सुंदर था, रसानंद रोज सबके रस प्रसुद्ध। अभी महाराज जी रस भी वही रस बरसा रहे हैं, तो समय की भी देखते हुए श्रृंखला की हमारे ही नियम है, विशेष करके हमारे महाराज जी जो है इस पक्का नियम में रहते हैं, समय के अनुसार देखना ही पड़ता है। हरिकथा तो सभी प्रबल समुद्र के नदी के भांति, नदी जैसे समुद्र के तरफ जैसे मिलने के लिए जाती है, उसी प्रकार ये हरिकथा तो उसी प्रकार की है, लेकिन तथापि आज हम लोग के नियम श्रृंखला जो रखा गया, आज गोवर्धन धारण लीला की कथा हम अंतिम रखेंगे, और वो गोवर्धन लीला की कथा स्वयं श्री महाराज जी माधव महाराज जी आप लोगों के निकट प्रस्तुत करेंगे। तो मैं समय नहीं चाहता हूँ, इतना ही कहता हूँ जे कृष्ण कैसे गोवर्धन धारण लीला किया, इसके तात्पर्य किया, और विशेष करके मैं ये गोवर्धन धाम देखो कितने सुंदर विग्रह भी ऐसे बनाया गया है, विशेष करके बनाया किसने, देखो एक विदेशी लड़की, क्या नाम उसका, जय श्री देवी दासी की जय, कहां की जानी, वो कजाकिस्तान की, हां देखो एक एक прекрасная женщина Сундари, которая украсила вот такой вот Говардхан. आप लोग ने इतने जो सहायता दी, इसलिए आप लोग के लिए हम लोग सब आभारी हैं। इसी प्रकार अभी की कथा महाराज बड़े 6:30 हो गया, 7 बजे हम लोग की कथा विराम देते हैं, और इसके पश्चात कीर्तन, इसके पश्चात जो है हमारे ठाकुर जी की आरती होती है। हां हां, जो अन्नकूट महोत्सव है ना, इसमें ये हमारे जीव गोस्वामी कहते हैं जो केवल एक अन्न की दाना, एक अन्न की दाना किरदार की सेवा में एक बार लगा दे, किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ेगा, उसकी घर में माँ लक्ष्मी हर समय भरपूर रहेगी। ये गिरिराज सेवा की इतने महत्व, गिरिराज इतना महत्व क्यों, स्वयं कृष्ण 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 को उन्होंने स्वयं पूजा की, सारा दुनिया बांके बिहारी को परिक्रमा करते हैं। В общем, вот эти вот вступления нам не переводят, к сожалению. Махараджи, пожалуйста,
समय हमारे संचित है, इसके लिए भी हमारे कीर्तन ही है। दामोदरपुर की अभी महाराज की कथा हो जाए, उसके बाद उनके समय संचय श्रृंखला लेकर के चलना पड़ता है ना। वृंदावन बिहारी लाल की हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप लोगों ने अभी श्रीधर महाराज से सुन रहे थे, पता जो फौलवी को जी क्या बोली, गोविंद लो माधव लो। Итак, мы все слышали от Шридхара Махараджа: пожалуйста, возьми Говинду, пожалуйста, возьмите Мадхаву, Дамодара, она говорила. От этого было: возьми гуаву, возьми банан, гранаты. Но Кришна не приходил. А когда она стала говорила: возьми Говинду, возьми Мадхаву, возьми Дамодару, кому нужен, тогда Кришна стал, но Кришна пришел. Почему? Потому что она совершала намасанкиртану. Да, Кришна начал смеяться. Яшода сказали, что я думаю, что йоги знают что-то. Поэтому держи его при себе. Кришна всегда плачет, а когда он получит даршан, из Парашива говорят, и тогда он станет снова счастливым. Но Шива, он уже ушел. И гопи кричали: о, йоги, йоги. बाकुलाल को नजर लगी है, बाकुलाल को नजर लगी है, तो फिर देखा है सुवर्ण सुजोग है आए रह रहे जोगी И вот Шива же понял свою великую удачу и тогда вернулся. Пожалуйста, оставайся во Врадже, пожалуйста, оставайся в Нандагаоне. Вот когда бы Кришна не плакал. Если бы Кришна не плакал, то приходил Шива, и Кришна становился счастливым, увидев его лицо. गुरुदेव говорит, что Шива сказал, я буду находиться на ниже, то есть на своей планете, но когда бы Кришна не понимал омовения, то его чритамрита всегда льется на мою голову, и так и происходит. Итак, возвращаемся к Вардхана Лиле. ये लीला पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रेम पुरुषोत्तम कथा सुनने के लिए सुनाने के लिए पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र से कितने कष्ट करके पुरुषोत्तम धाम से पुरुषोत्तम के आदेश लेकर पुरुषोत्तम का सुनने सुनाने के 7 महीना बाद ब्रज में पहुंच गए। अब आते हैं गोवर्धन धारण लीला में। Продолжим сейчас были любовный обмен между Пучпатманом Махараджем и Шридхар Махараджем. Вот это нам не перевели. Вот Кришна настало 7 лет. विरह चार प्रकार के, मिलन चार प्रकार के हैं।
विरह में क्या है, पूर्वराग मान प्रवास प्रेम वैचित्र और मिलन में विरह существует четырех типов: пурва, према вайчитра, संपूर्ण समृद्धिमान। अब गोपियों का पूर्वराग कृष्ण के प्रति, कृष्ण का पूर्वराग गोपियों के प्रति, अब कैसे होते ऐसे कुछ करना पड़ेगा। Гопи испытывали пурварак с Кришной, а Кришна испытывал пурварак с Гопи. И то есть у них был... Так, в общем, у них был особый язык, по которому они понимали, что они находятся рядом, но никто об этом не знает. И то есть здесь очень важные лилы Халия и Грираджа. Да, Кришна начал танцевать и поднял Говардхан. Все были очень поражены этим. इसको मैं अपने सामने बुलाऊं, अब क्या किया जाए। अब एक दिन माँ जसोदा सुबह सुबह बहुत कुछ पकवान बना रही थी। कृष्णा बोले मैया Один день мама Яшода приготовила очень много различных подношений. Кришна спросил: это мой день рождения? Нет. Это день рождения отца? Нет. Брата Баларама? Нет. И Яшода сказала: ой, не приставай ко мне. Вот. И тогда Кришна сказал: почему она меня ругает? В чем причина? И вот он недоумевал, и тогда он захотел кушать, и мама Яшода остановила его от этого, потому что она сказала: это все для Индры, не нужно оставлять ему джуты, то есть своего просада. Вот тогда Кришна спросил Нандабабы: мама меня сегодня ругает, что-то сегодня происходит, какой-то особенный день. И вот он стал спрашивать Нанда Махараджа: сегодня мой день рождения? Нет. Твой? Нет. Баларама? Тоже нет. Тогда почему мама готовит так много подношений сегодня? Сегодня Индра Пуджа. О, сегодня Индра Пуджа. А что такое Индра Пуджа? Кто такой этот Индра? Индра — это король райских планет. Тогда я буду играть с королем. Почему? Не говори таких вещей. Я же играю с тобой. Ты король. Почему тогда не могу поиграть с Индрой? Вот, но Нанда Махарадж сказал: нет, никаким образом не совершай таких оскорблений. Он находится на райских планетах. И Кришна, он вел себя таким образом, как будто он ничего не знал. И вот кто такой Индра? Индра — это король райских планет. Он повелевает дождями. То есть, а если есть дождь, то все растет. И все наши озера наполняются водой, и мы можем также напоить наших коров, а их молоко — это тоже является жизненной силой всех нас. Поэтому мы не должны разгневать Индру, и непременно нужно совершать Индра Пуджу. Но, папа, ведь в океане есть вода, и в лесу тоже вода. А кто в лесу совершает Индра Пуджу? А кто совершает мудру в Самуджи? Самуджи — это океан. Там тоже никто не совершает никакой пуджи. Я думаю, что в Абрадже этот идет дождь лишь благодаря нашему Гирираджа Говардхану. Ведь он является королем Раджа истинным. И тогда Кришна объясняет дальше, каким образом это происходит. Ведь когда коровы пасутся в лесу, вот, то
Они пьют также, также попьют воду. Вот, поэтому это все благодаря Гирираш Квартхану происходит. Когда Кришна говорит, что все, с этого момента мы больше не будем совершать индра-пуджу. Вот. С этого дня мы поклоняемся Гирираджу Гавардхану, и вот все, что мы не приготовили для Индры, теперь будет предложено Гирираджу. И вот все приготовили, и вот все принесли свои подношения. Кришна, Ананда, Баба, Ишода. Они стояли, и вот в одной из форм Кришна явился в форме Гирираджа. Ануре, ануре, несите еще, несите еще. И Кришна говорит, о, мой отец, сейчас ты видишь? Ты видел, чтобы Гирирадж чтобы ел? Гирирадж сказали. Да, мы видим, но ел ли до этого Индра? Нет, никто не видел, чтобы Индра ел. И вот они думали, Гирирадж такой огромный, как же нам удовлетворить, как его накормить, заполнить его желудок. Вот, и он, но он ел все больше и больше. И тогда Кришна сказал, все просите благословения у Гирираджа. И тогда они попросили, чтобы Кришна всегда был счастлив и всегда был защищен. Никто ничего не просил, кроме этого. И вот все приняли Махапрасад, и тогда они начали совершать парикраму вокруг Гирираджа. И вот гопи, они шли позади, и Радхача говорила Лалите и Вишакхе, если Нананда на самом деле меня любит. То мы это увидим вот сейчас перед всеми. И вот тогда, в этот момент, Кришна, он очень высоко подкинул свою палочку, вот, и увидев Радхарани, он поднял. Вот такая вот, такой вот хитрость провернул Кришна. Вот, и тогда Радхарани при этом действии поняла, что, о, Кришна на самом деле меня любит. И вот она снова подумала, хорошо, если Кришна еще раз на меня посмотрит, на меня, то я точно узнаю, что он непременно меня любит. И вот второй круг они совершали парикраму. И он взял хвост теленка. И вот так вот он пробежал рядом с Радхарани и убежал обратно вперед. И встретившись глазами с Радхарани, тогда Радхарани еще раз подумала, вот если еще раз он на меня посмотрит, тогда... И вот был драгоценный камень в руке Кришны. Тогда он начал его крутить вокруг себя. И вот таким образом, то есть, получилось отражение, и он увидел Радхарани. И вот все свои дома. На райских планетах так, тоже праздновали, там была вечеринка. И вот Индре рассказали, что в этот раз никто не совершает Индра-пуджу. Вот этот вот сын Нанда Махараджа установил Индра-пуджу, тогда Индра разгневался. И он послал еще одному слугу, чтобы подтвердить это. Этот слуга сказал, да, так все происходит. То есть, пей до своей шеи, если ваша жизнь уйдет уже от вас, то кто вам скажет пить снова? Это, видимо, на райских планетах происходило. Дев шутит. И вот Индра разгневался и сказал, что сейчас я сотру с лица земли этот врач. И Индра был так горд, говоря все это. И он призвал облака, тучи.
И так как пошел ливень во Врадже, и все прибежали к Нандибабе и сказали: «Посмотри, вот из-за вашего сына мы сейчас так страдаем, Индра пошлет так много страданий нам». Кришна сказал: «Ничего страшного, мы совершили Гираджа Пуджу, поэтому он нас спасет». И вот все приносите свои... Приносите все с собой, и мы укроемся под Гирираджем. Вот. И тогда под Гирираджем стало происходить празднество. Был такой сильный дождь, но ничего не происходило, но ни капли туда не упало. Вот было три причины. И вот Баладев, он стал Анантадевом. И вот он, получается, похватил весь Гирирадж в своей форме Ананта, то есть обвил вокруг. Да, то есть шел сильный дождь, но под Гирираджем абсолютно не попадал никакой воды. Итак, сейчас Шиваджи разгневался. О, глупец Индра, он ничего не знает, кто такой я. И что Шиваджи сделал? Он взял свой тришу и встал на верхушку Говардхана. И стал, может быть, понесло, имел в виду, в общем, стал крутить его так быстро, что дождь слился, Чакрешвару, поэтому его стали звать, потому что вот он стал впитывать в себя весь дождь. Одну из калпы Шива молился Сударшина Чакры, чтобы она организовала подобную лилу. Это вот три причины, по которой вода не попадала под Гирирадж Говардхан. А под Гирираджем Говардханом происходило празднество. И вот друзья говорит: «Мы поможем Кришне». Они вот взяли палочки и стали ему помогать. И вот Кришна решил пошутить над ними и немножечко поднял Гирирадж вот своего мизинца. И тогда все их палочки сломались. Вот Рада и Кришна, они смотрели друг другу в глаза, и тогда Кришна начал трястись. Радхарани говорила Кришне, как бы из сердца в сердце: «Что ты на меня пялишься? У тебя вообще нет никакого стыда, просто стой и держи свой Гирирадж». И вот так какой рукой Кришна держал Гирирадж? Бхагаватам не упоминается, но наши ачарьи говорят, что Кришна держал Говардхан левой рукой. Вот Кришна держал Гирирадж Говардхан левой рукой мизинцем. Самадхи, Мадхури, Бангалоре, Дели, Мадхури, Вриндаване, везде. Она всюду все пришли в Мадхуру. И вот есть картина, как Кришна держит Гирирадж. Вот Кришна, он держит правой рукой здесь вот картина, но там он держит правой рукой, но везде говорите, что левой. Вот, почему так произошло? Это произошло по ошибке. Скульптор
совершил такую оплошность. Но затем он принял ошибку. Вот, но Гуруджи сказал: нет никаких проблем, это все случилось по желанию Господа. सखलो कह रहे हे कृष्ण देखो तुम निद्रा त्याग करके सात दिन सात रात खड़े हो ऐसे नहीं कैसे कृष्णा को धारण करके Ты не спишь уже 7 дней, 7 ночей, стоишь и держишь, говорит Гавардхан. Я думаю, ты устал. Так, сделай каждую вещь. Уступи это место Шридаму, пускай он его поддержит. Потому что Шридама и Кришна, они... Потому что иногда, например, когда они сражаются, то вначале, сначала Гирирадж, ой, сначала Шридам выигрывает, иногда Кришна. Поэтому какое-то время Кришна держал Гирирадж правой рукой, а левую руку массажировали его друзья, потому что она уже устала. И вот в этой Говардхан лиле, Харан лиле, Кришна всегда наслаждался со своими саки, но об этом на самом деле никто не знал, потому что он очень секретно наслаждался саки. Но Индра... Брахман сказал Индре, возьми Сурабхи мать и попроси прощения. А если Кришна не тебя не простит, то и Кришна, если тебя Кришна простит, то твое проклятие пройдет. И тогда Кришна, и тогда Индра принес с собой Саурабхи, и вот из Акаш Гаргер взял воды и взял также молоко Саурабхи и он сказал, Говинда, Гопала, это получается, Говинда, это кто? Тот, кто дает наслаждение всем индриям, всем чувствам. Да, может возникнуть такой вопрос. Разве не было этого имени Кришна? Разве Индра дал имя Кришне Говинде? Нет, имя Говинда, оно вечное. Но благодаря каким-то лилам, Кришна, имя Кришны, одно из имен Кришны становится известным. На самом деле они вечные. Проявляются в разные моменты. Вот. Кришна очень обрадовался, когда увидел... Потому что он был удовлетворен, потому что в это время, во время Говардхана лилы, Кришна наслаждался с врача Гопи. В Брахмаме Мохан лиле очень многие люди думают, что оскорбление, но Гуруджи говорит, нет, Брахма не совершал никакого оскорбления. В словаре Брахмы никаких оскорблений не написано. Наш гуру совершает апарадху, то и мы совершаем апарадху. Если гуру становится дхоши, то и мы тогда дхоши. Но Кришна был очень удовлетворен в конце концов. То есть внешне это может быть так не показаться, но внутри он был полностью удовлетворен. Во время Брахма Мохан лилы Кришна стал, он проявился как, и он был со всеми матерями в форме его друзей.
И также коровы хотели, чтобы Кришна стал их сыном, вот, и чтобы они его покормили. Тогда Кришна стал телятами всех коров. И вот Брахмачари сказал, сейчас самое благоприятное время. И вот все эти игры произошли только благодаря Брахме. Итак, сейчас будет Гвардхан Пуча, Киртан и конец этой сессии. Завтра будет шестой день. Раса Лила, Гопи Гита, Акрур Врач, Камса Брахмар Гита, Дхар Кришна, Дхинават Пранам. Yeah.
Oh, my God.
प्यारे पीछे हो